motherfucker. О, парни, у меня калькулятор. Держи калькулятор. Ребят, я в 5КД выхожу. Как там? Что такое значит? Что он сказал? Он говорит, молочные выпали, пошли корни. Я не знаю, что с вами, но... Если вы в воздухе, это же ненормально, да, на уровне 8-го этажа? Без орлов. Ну как, сейчас проверим. Ты причем, когда упадешь, сломаешь ноги, потому что ты гвоздиком нырнешь. А Флокса, короче, у нее, по-моему, будут отбивания легких, потому что она на спине. Еще на нее орел посрал. Нормально вообще расклад. Помнишь, я говорил, если будешь идти по тропинке, тебя никто не тронет. Здесь так задумал. О, смотри. А что это такое? Кто? Прикинь. Нормально вообще. Да. Баг на баге. Просто львицы туда рожают. Давай, создавай, мы тебя ждем. Лё, уже хочется поиграть. Мы сидим тупо 2 часа ждем, пока у тебя там распаковка и скачка пройдет. Коробка Milky Way. Кста Milky Way реально. О, кайф. Это лицо. Вот, видишь, ну, лицо можно делать. Ну, я вижу, да. Мистер Нюхач, видел какой? Молоко вдвойне вкуснее, если это Milky Way. Какое ты хотел имя сделать? Да. Ну, какая уже не важно. Так, на что я похож? Люканку, я похож, да? Набери себе люканку и все, и пойдем. Молочная фольга, все, пойдем. Темный анус и пойдем. Молоко, да-да. Подкопытный творожок и побежали. Птичье молоко, тут можно по-русски, если... Блеха! Одного символа не хватает. Творог набери и все. Жорно. А почему с маленькой буквы? Ты себя уже на данном этапе вообще не уважаешь? Блять. Боли и унижение. Он смеется. Вот, личное имя, заебись. Эй, не разменяешь мне сотню по 50? Иди что, ну разменяй. Мне сдачу давать нечего. Своим нам. Always Malonora. Если в кофе кофеин, в кока-коле, ясно что. А? В чем дело? Да, молния, скорее всего, он неадекватный. Ну, ты знаешь, может быть, он просто очень умный. Знаешь почему? Потому что найдется какой-нибудь нюб, который... Нюб, который есть 25 тысяч голды на шлем. Который, да? Богатый, да. Нюб, который, вот, знаешь, скины покупают, а этот голду купит себе. И такой шлем за 25 тысяч, наверное, он ебучий. Я буду ебучим, да? Да, и как скины ебучий. Ну, это, блядь, шанс какой? Один на 500 000? Ну, блядь, все равно. Наведи мышкой и увидь, что он хуже, чем твой, нахуй, по статам, и пойми, что он, нет, наверное, его... Ну, а если ты не разбираешься? Вот, допустим, тебе мы же объясняли с простоты. Ты что, ты знал, блядским, что сука, специально для нубов подсвечены разным цветом. Красненький и зелененький. А если ты дальтоник, ну ебать, ну реально. Камон, давайте. Допустим, зашел делать, да? Дальтоник ебанат. А если на нас метеорит упадет? Вот, да, 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 да. Вот. Камон. Ну, видишь, ты уже начал понимать. Понимаешь, что спорить с вами бесполезно, я понял. Да, я понял. Так мы не спорим. Просто вы сразу категорично так отсекаете все варианты. Вот смотри. Вот есть же вероятность того, что метеорит упадет, про который ты говорил.
Ну, блядь, вероятность какова? Не, но она же есть. Есть. Ее нет. Ноль, запятая, ноль, ноль, ноль. Она есть. Это факт, правильно? Это факт. А вы пытаетесь сделать так, что, типа, он ебанат, у него никто никогда не купит. Я знаю одно, что если в жизни кто-то говорит слово «никогда», значит, это обязательно будет «когда-то». Называется закон Мёрфи, но тем да. не менее. Но тем не менее, он есть, правильно? Значит, он подтвержденный, правильно? Значит, это истина, правильно? Блять. Сука, ладно. Просто игнорируй его, Даник, просто игнорируй, не разговаривай с ним. Просто не говори, просто сделай вид, как будто тебя нет. Притворись мертвым. Он через перелетки же летит. Он аж как сейчас полетел? Он сейчас вот так? Через перелетку, да. О, что это такое? Алло! Левитация! Что случилось? Алло? Игра. Перелетка тоже не работает, да? Ты рофлишь? Как это? Что произошло? Я фея. Я фея. Блять. Здравствуй, баги. Говорить можешь что-нибудь? Я не знаю. Проверь. Сейчас посмотрим. За Орду! Да! Смотри, реальные. Копперфильд. У меня, короче, исчезло ездовое животное. Я левитирую в воздухе просто. Если бы я еще такой, знаешь, над океаном бы низко-низко летел бы и это ногой касался бы. И там такая, знаешь, волны такие. Да-да-да. Слушай, ну в этом есть какая-то своя романтика. Это я понял, короче, ты же там влетаешь в портал перед тем, как начинается ЖГДК. Типа это черная дыра. А мышь пожертвовала собой ради нас. Не, ее просто в параллельную вселенную с другой стороны космоса выкинула. Представь, их там уже миллион трупов каждый раз, когда кто-то телепортируется, мыши появляются в космосе, весь космос в этих мышах. Там какой космический уборщик ходит, такой, блядь, опять только убрал. Нет, там знаешь, там столько материи, что уже просто черная дыра нахуй организовала. Вторая, да, из летучих мышей. Круговорот мышей. Осталось объяснить феномен плавания по воздуху. Есть у кого-нибудь идеи? Не знаю. Мне кажется, это закон Мёрфи. Если что-то может произойти, оно обязательно произойдет, да? И вот если ты в теории, зайдя в портал, можешь начать плыть по воздуху, то ты, наверное, поплывешь. Мне кажется, просто здесь есть, знаешь, когда разряженный воздух. Есть заряженный воздух. Он просто настолько плотный, что ты можешь в нем плыть. У меня есть на голову кожа. Страшно звучит. Просто учитывая, что ты нежить, звучит очень страшно. У меня, говорит, есть на голову кожа, немножко мяса на жопку. Ну и, в принципе, ничего, да? Блядь. Сколько их там, блядь, 20 штук? Это, блядь, резиновая клетка? Знаете, это клоунская машина, короче. Не клоуны, переходят, не клоуны. Что, все выполнили? Это новая часть Аватара, подождите, она вот так выглядит? Блин, реально. Прикол. Даник. Новая часть Аватара. И я этого не забуду. Как тебя вообще угораздило? Цвет понравился. Освежитель и детское кресло шли в довесок. А что я должна сказать?
что я хочу пристрелить напарника, который меня наебал. Признаюсь, я не искал мистики. Она нашла меня сама.